Привет, народ, как дела? Это Джей. Я Джей. И сегодня поговорим о съемке в низком ключе. Это, по сути, стиль освещения, для которого характерно много контраста и теней. Он часто использовался в военных фильмах, чтобы добавить контраста или подчеркнуть характер и детали сцены. Традиционное освещение тремя источниками использует основной свет, заполняющий и фоновый, известный как задняя подсветка, но при низком ключе часто прибегает только к одному источнику, контролируя освещенность заполняющим светом или простым отражателем. Картинка в низком ключе более драматична. У нее больше контрастности и напряжения. Обычно используется для создания драматического настроения. Это просто, и картинка выглядит очень по-киношному. Термин «низкий ключ» используется в кино для обозначения сцены или картинки в темных тонах и с высокой контрастностью освещенности, особенно если затемненные участки преобладают. При съемке в низком ключе обычно уделяют особое внимание очертаниям, подчеркивая их подсвечиванием. Картинка в темном ключе также отличается присущей ей высокой контрастностью. Самое важное – это задняя подсветка. Обычно источник расположен сбоку или позади объекта, освещая только обрис. Если вам понравилось, можете смело поделиться. Не забывайте подписываться и проверять ссылки в описании. И как говорит Арни, I'll be back через 2 недели. Не унывайте, ребята, и всего вам. Пока.